Новочебоксарский городской суд вынес обвинительный приговор начальнику управления имущественных и земельных отношений администрации Новочебоксарска. Она признана виновной в превышении полномочий, повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства. Подсудимая приговорена к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Следствием было установлено, что чиновница в 2013 году должна была предоставить жителю города равноценный земельный участок взамен изымаемого с последующим заключением соглашения, а также провести оценку рыночной стоимости объекта. Егорова разработала преступный план по передаче 3 участков площадью более 2000 квадратных метров без проведения оценки. Чиновница передала их за 300 тысяч рублей вместо 3,5 миллионов, игнорируя заключение соглашения. Тем самым бюджету Новочебоксарска был нанесен весомый ущерб.